Винсент, я говорил с доктором Рэем, ты идешь на поправку. И очень скоро тебя можно будет забрать. Мы с охраной... Тео, я хочу в больницу. В психиатрическую лечебницу. Иначе нельзя, Тео. Эти приступы делают меня беспомощным. Я словно перевернутый краб. Я даже убить себя не могу. Винсент, ты не мог поселиться с нами в Париже и вести нормальную жизнь. Но позаботиться, чтобы такого больше не случилось. Вы с Рохами будете ходить за мной по очереди, следить, чтобы симптомы не повторялись. А когда родится ребенок? Я опасен для людей. Опасен для самого себя. Поверь, мне будет лучше в лечебнице. Винсент, не надо. Нельзя так думать. Найди мне такое место, пожалуйста. И не грусти. Это ненадолго. Только приведут свою жизнь в порядок, обретут покой. Лечение очень простое. Доктор говорит, осознаете, что подобные симптомы всегда характерны для таких болезней, будь то наследственные или благоприобретенные, как только правильно оцените свое состояние, страха больше не будет. А кроме того, покой, отдых, соблюдение установленного порядка и приятное окружение. Сейчас во всем нашем заведении всего 11 пациентов мужчин. Простая, но здоровая. А прежде всего здесь очень тихо. Да. Очень тихо. А вот и наш суперинтендант. Это господин Винсент Ван Гог из Голландии. Прошу вас, покажите господину Ван Гогу его комнату и расскажите о наших распадках. Нет. Ваши вещи останутся у нас, пока вы сами не решите, что вам понадобится. Да. Можете обращаться ко мне в любое время. Мое профессиональное мнение сводится к тому, что господину Ван Гогу необходимо пройти полный курс наблюдения и лечения в нашей клинике. Подпись доктор Пейрон, Сан-Реми, 9 мая 1889 года. Ван Гог, Винсент, 14 июня. Состояние пациента удовлетворительное, улучшение на лицо. Хотя он по-прежнему страдает от хронической инертности, сопровождаемой припадками сильного ужаса. Хотите, я открою окно? Отсюда красивый вид.
Общее состояние пациента хорошее. Не больный. Он попросил принести в его комнату инструменты для рисования и другие личные вещи. Просьба удовлетворена. Человек, спешащий закончить свою работу на жаре. Это смерть. Но это совсем не грустная смерть. Конечно, сестра. Смерть при свете дня. Когда все вокруг затоплено солнцем, его золотым сиянием. Похоже, что живопись благотворна. Возможно, даже необходима для благосостояния данного пациента. Если, разумеется, не допускать тех эксцессов работы и эмоционального перенапряжения, которые привели к кризису. Последний приступ был самым жестоким и продолжительным из перенесенных вашим братом до сих пор. В результате постоянного ухода и наблюдения он приближается к полному физическому выздоровлению. Он выражает желание покинуть клинику, намереваясь поселиться на севере, поскольку вы поддерживаете его просьбу. Он будет выписан, как только будет в состоянии путешествовать. Какой я вас представляю? Он отлично выглядит. Поздравляю меня. А где малыш? Можно на него посмотреть? Он спит. Ну, раз уж он отвез, ты можешь войти? Только попробуйте меня не впустить. Я принес ему подарок. Вот твой племянник. Настоящий Ван Гог. Когда приезжала ее Гимена, она сказала, что поразительно похож на отца. От вас у него тоже много. Посмотрите, как хорошо себя ведет. Просто еще не проголодался. Винсент. Тысять. Ничего страшного. Да нет, ничего.
Просто закружилась голова. Я встал. Я принесу кофе. Спасибо, Йоханна. Нет, все в порядке, правда? Дорога не близкая. Я специально не сообщал тебе, пока ты не приехал. Твоя картина «Красный виноградник», что с ней? Я ее продал за 400 франков. И кто же ее купил? Художница Анна Бош. Живет в Брюсселе. Понятно, я очень рад. Тео, я понятия не имел, что столько тебе прислал. Одни картины. Тут же теперь пройти невозможно. Ничего, несколько человек еще поместятся. Знаешь, я хотел пригласить сегодня твоих друзей. Где Поль? В Британии. Зато Латрек, Писаро, Бернар. Все хотят тебя видеть. Хотим отпраздновать твою первую продажу. Или перенесем на потом? Нет, сегодня. Чем скорее я отправлюсь в ОВР, тем лучше. Не то чтобы я уезжал куда-то далеко. Вы все сможете навещать меня по воскресеньям. С доктором Гаше все согласовано. Он меня ждет. Писаро обо всем договорился. Они были здесь на прошлой неделе. Они видели мои картины. Гаше был в восторге и не уходил, пока не одолжил ему парочку. Тео, ты рассказал ему про меня? Да, Винсент. Он вполне компетентен. Спасибо, Йоханна. Домашнее печенье. Не понимаю я тебя, Тео. С такой отменной голландской кухней давно мог бы обрасти жирком. Я действительно очень надеюсь, Винсент. У доктора Гаше прекрасная репутация.